Здравствуйте, время новостей на телеканале ЖТСУ, в студии Елеман Раимбеков, и сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. И в начале выпуска коротко о самом важном. В огне горят, в воде тонут. С начала года в области 11 человек погибли в пожарах, трое утонули. Спасатели напоминают, не подвергайте свою жизнь опасности. Наши за бугром. Как живут ЖТСУцы из-за пандемии, оставшиеся за рубежом? Эхо войны. С поля боя на память потомкам. В Талдыкургане организована онлайн-выставка к 75-летию Великой Победы. Теперь об этом и другом более подробнее. Более 115 случаев возгорания травостоя произошло в Алматинской области с начала текущего года. Большинство пожаров пришлись на степные участки. Сотрудники ДЧС связывают это с внезапным потеплением погоды. Об этом не только говорили спасатели региона в ходе брифинга на региональной площадке ЖТСУ Медиа. Подробности в материале. Паводки. Главная головная боль спасателей в этот сезон. В связи с потеплением начинается массовое таяние ледников с гор. В регионе имеется 48 наиболее опасных населенных пунктов, где проживают порядка 7 тысяч человек. Спасатели уделили данным участкам особое внимание. Уже прочищены отверстия дамб, водоотводных каналов и установлены 96 гидропостов. Словом, вся необходимая работа проведена. Благоволила сотрудникам ДЧС и сама погода. Из-за относительно теплой зимы обильного таяния не было. Ни один населенный пункт не подтоплен. Департаментом по чрезвычайным ситуациям Алматинской области совместно с местным исполнительным органом ежедневно проводятся работы по мониторингу противопаводковых мероприятий, предоставлением информации. Это Казгидромета, Казводхоза, Балхашко-Алакульской бассейной инспекции. И также представляем дважды в день это сводки ГУС или защита. В зимний период и до зимнего периода были очищены канальные, то есть у нас каналы, воды, потом посмотрели, где трубчатые переходы почистили и так далее, то есть обеспечили максимальный, то есть пропуск воды, талой воды. На сегодняшний день, в принципе, таких, как бы это результат виден налицо, потопления у нас не было, таких ситуаций. Немного иначе обстоят дела с пожарами. С начала года зарегистрировано свыше 115 случаев возгорания сухостоя. По словам спасателей, большинство из них произошли в степи и в сельской местности. Причины до нельзя банальные. Жаркая погода и элементарное незнание правил пожарной безопасности. С начала года, который 115 случаев загорания было, это было по вине, получается, самого населения, которое, то есть и были там, и шалость детей с огнем, непосредственно население за подготовки к весеннему, то есть посадкам и так далее, разжигали костры, неконтролируемое горение происходило, которое в ходе чего оно получало, то есть развитие и доходило, то есть по увеличению площади. Заметно снизилось в регионе количество утопленников за последние два года. С начала этого в области зарегистрировано лишь 3 факта смертности на воде. Жертвами водной стихии стали любители зимней рыбалки. И все же проделанной работы недостаточно, считают спасатели. Они на ежедневной основе проводят профилактические работы, патрулируют водные объекты, раздают брошюры, а также публикуют статьи в соцсетях. Сотрудники ДЧС региона в очередной раз напоминают: не будьте самонадеянны, это может стоить вам жизни. Дамир Анитов, Ержан Дюйсен, телеканал ЖТСУ. Прививка здоровья. У ветеринаров Алматинской области сложный период. Дел не в проворот. По республике в нашем регионе поголовье скота самое многочисленное. Более 5 миллионов 600 тысяч голов. И каждой нужно сделать прививку. Средства бюджет выделяет. Но самое главное в этой работе – доехать до каждого отгона, зайти в каждое подворье. Мой коллега Азат Жумаханов вместе с ветврачами объехал животноводов Коксулского района. Сибирская язва, ящер, бруцеллез, туберкулез – это не полный перечень опасных инфекционных заболеваний скота, который может передаваться человеку. В прошлом году в Алматинской области было выявлено 19 очагов заболевания особо опасными инфекциями. В нынешнем ситуация стабильна. Фактов заражения не зарегистрировано. Для сохранения благополучной обстановки ветеринары области ведут масштабную работу. Им предстоит объездить все отгонные участки и все индивидуальные подворья. На сегодня работы завершены почти на 90%. Ветеринарные мероприятия проводятся против 19 особо опасных болезней. Несмотря на карантинные мероприятия, все вакцинами обеспечены. По области имеются 20 ветеринарных станций и
252 ветеринарных пунктов. На сегодняшний день проведено, идентифицировано сельскохозяйственных животных. Это 1 264 000 крупнорогатого скота, 4 315 000 мелкорогатого скота, 364 000 лошадей, 58 500 свиней и 7600 голов верблюдов. Все данные заносятся в ветпаспорта. Персональный паспорт на каждую из 50 голов домашнего скота есть и в крестьянском хозяйстве «Анюта». Руководитель хозяйства Василий Барбашов уделяет вакцинации особое внимание. Ветеринары приезжают вовремя, вакцинацию проводится вовремя. К ветеринарам никакой претензии нету. Спасибо им за это, что они нам вовремя обслуживают. Бесплатно, никакие деньги мы ничего не платим. И на вызов приезжает тоже, и ночью приезжает, если надо, бывает. У них свой транспорт. В паспорт заносится и информация о так называемых серьгах. Эта информация полезна и при розыске животных, на которых посягают скотокрады. Акция с учетом бирочных номеров и весенняя вакцинация продлится до июня. Азаз Жумаханов, Аблай Куттыкбай, телекомпания ЖТСО из Коксусского района. Продолжаем выпуск. Пандемия коронавируса пошатнула здоровье уже 3,5 миллиона человек. Как и во всем мире, в Алматинской области во избежание распространения заболевания были введены жесткие карантинные меры. Об условиях пребывания соотечественников мы осведомлены. Между тем, сотни казахстанцев в этот период оказались вдали от родины. Мы связались с несколькими ЖТСовцами, сейчас пребывающими за рубежом. Образ жизни в Нидерландах, как и почти во всем мире, кардинально скорректирован. Санитарно-эпидемиологические нормы схожи с казахстанскими. Единственное, есть мобильное приложение, отслеживающее контакты и распространение коронавируса. Жительница Сарканского района Аяна Муратбекова сейчас проходит стажировку в городе Вехель, в восточной стороне Голландии. Из-за высокой доли вероятности заразиться коронавирусом в самолете Аяна не вылетела в Казахстан. Из-за того, что рестораны закрыты, соответственно, местная агрокультура, она тоже пострадала. Допустим, ту же самую картошку, да, они уже не могут продать. Цена на нее настолько упала, и они пытаются придумать, как из картошки вывести алкоголь, чтобы можно было из этого сделать антисептики. Пострадали цветочные бизнесы, так как Голландия, наверное, одна из самых больших экспортеров цветов по всему миру. Они тоже начали отправлять цветы в дом престарелых, тем самым местные бизнесы тоже, местные большие компании начали выкупать у них цветы для своих сотрудников, как бы поддерживать тоже бизнес друг друга. Вот. А вот в Германии чуть жестче относятся к режиму карантина до сих пор. Штрафы за нарушение общепринятых правил достигают 25 000 евро. Светлана Малыгина из Талдыкургана с мужем переехала жить в город Нордхайм в Нижней Саксонии всего 2 месяца назад. По ее словам, ряд ограничений уже снимается. График работы крупных компаний сейчас в несколько смен, с соблюдением всех правил гигиены и защиты. Местное население, оно ответственно в принципе подходит к таким вещам. То есть лишний раз никто из дома не выходит, без надобности, скажем так. С пожилым населением проблема по той простой причине, что люди не привыкли сидеть дома. В основном немцы — это очень подвижный народ, который гуляет, и вот именно для пожилого населения здесь это проблема. При всем у них очень жесткие ограничения в том, что посещение даже в домах престарелых они сейчас запрещены. Помимо того, что там карантин и все остальное, здесь на самом деле возрос очень сильно процент домашнего насилия. То есть это проблема при всем, допустим, даже в пабликах публикуются статьи. То есть если это первая информация про коронавирус, вторая — это про домашнее насилие. То есть телефоны, горячие линии, они работают круглосуточно. В России жесткие профилактические меры начались с 5 апреля. Без предварительной записи никуда не попадешь, говорит Анастасия Панарина. Уроженка Сарканского района сейчас работает в Новосибирской области. Карантин только начнет ослабевать. Хотя чем отдаленнее регион от центра, тем меньше строгих мер, отмечает Анастасия. И на самом деле все такое, что люди, наверное, во многом относятся, и карантинные меры у нас, если сравнивать опять же с Казахстаном, здесь намного мягче, чем там. Там все намного жестче. Потому что вот мы же сами, с Павлодаром непосредственно работаем, у нас там сотрудники,
ну и мы туда-сюда ездим. То есть там намного, во много раз жестче, чем здесь. Да, в Казахстане намного жестче, чем здесь. Сейчас распространение невидимого врага идет на спад во всем мире. Но может начаться вторая волна пандемии, говорят эксперты. Потому некоторые казахстанцы к родным и близким смогут попасть не так скоро. Елеман Раймбеков, Руслан Нурмахаметов, телеканал ЖТСУ. В назидание потомкам традиционное празднование 75-й годовщины со дня Великой Победы пройдет в непривычном для многих казахстанцев режиме реального времени. Вносят свою лепту и рядовые граждане. Так, в социальных сетях стартовал флешмоб «Бессмертный полк». Запустили трансляцию мероприятий на военную тематику и учреждения культуры Алматинской области. Выставка картин, приуроченных ко Дню Победы, начала свою работу в режиме онлайн. Среди множества полотен одно из наиболее запоминающихся под названием «Тяжелые воспоминания». Автор работы – профессиональный художник из Талдыкургана Айдар Аскаров. Картина рассказывает о матери, потерявшей на войне своего сына. Глядя на испещренное глубокими морщинами лицо пожилой женщины, начинаешь чувствовать ее тоску по сыну. Так мастер пытался передать кровавый образ жестокой войны. Наша выставка под названием «Мангелик Тахзым» приурочена к 75-летию Победы. Так мы хотим отдать дань памяти погибшим героям. А также через тематические картины воспитать чувство патриотизма в подрастающем поколении. На выставке собраны более 30 авторских работ художников Алматинской области. Картины разноплановые. Формат проведения выставки онлайн. К слову, трансляция выставки будет проводиться не только на нашем персональном сайте, но также в Facebook и Instagram. Анонс мероприятия уже размещен. Великая Отечественная война стала большим испытанием не только для мужчин. В критический для страны момент женщины также взяли в руки оружие. Так представительницы слабого пола показали, что они могут быть не только хранительницами очага, но и воительницами, способными защитить свою родину. Выставка экспонатов в Краеведческом музее имени Мухамеджана Тынышпаева как немой свидетель военных баталий, повествующий о героизме советского народа. Эта винтовка была введена в качестве оружия во времена Российской империи, но позже была использована во время Великой Отечественной войны. В нашем музее представлен оригинал винтовки, к тому же он является одним из самых ценных экспонатов. Артефакты времен Второй мировой войны находятся в Краеведческом музее имени Мухамеджана Тынышпаева. В одном из павильонов расположилось более 250 редких экспонатов. Среди них оружие, боеприпасы, военная форма, архивные документы и фотографии. Наиболее ценными являются письма с фронта, написанные солдатами в перерывах между боями. Уникальность некоторых из них состоит в том, что вместо чернил была использована кровь. В то же время их объединяет одно качество – тоска солдат по родине и семье. К слову, по инициативе Есикского краеведческого музея был реализован проект, который поддержали 9 музеев области. Так, на основе архивных материалов был отснят видеоролик, посвященный подвигу ветеранов Алматинской области. Наш музей, наряду с другими учреждениями, также работает в интерактивном формате. На электронной странице нашего музея можно пройти онлайн-экскурсию и на военную тематику, которая приурочена ко Дню Победы. Здесь выставлено более 200 экспонатов, 150 из них из основного фонда. Также всеми музеями области с начала года ведется работа в рамках 75-летия Дня Победы. Более 1 миллиона казахстанцев приняли участие в Великой Отечественной войне. Героизм казахских воинов навсегда останется в памяти народа и военных летописях. Подвиг солдат запечатлен и на страницах книг. Так, в областной библиотеке имени Сакена Сейфуллина хранится около 200 художественных и документальных произведений на военную тематику. Наша библиотека весь период ЧП работает в режиме онлайн. Мы проводим поэтические чтения, эстафеты, челленджи. Также хочу поделиться радостным известием. При поддержке акима области пройдет онлайн-презентация новой книги под названием «Ерлектын, Данкы, Ильдын, Аркы». Это сборник, посвященный ветеранам Алматинской области. Гульмира Тимиргалиева, Амина Кудайберген, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Бесконтактный концерт. «Катюша», «Смуглянка» и другие военные песни прозвучали в концерте, посвященном 75-летию Победы. Самодеятельный ансамбль Текелийского дома-интерната подарил всем постояльцам поистине праздничное настроение. В нынешнем году впервые за время существования учреждения концертная программа прошла в новом для ее обитателей формате.
Запрет на проведение массовых мероприятий в период ЧП внес изменения в план мероприятий Центра оказания социальных услуг «Шапогат» города Текели. Концерт, приуроченный ко Дню Великой Победы, все же состоялся. Единственное условие – соблюдение всех санитарных требований. Вопреки ожиданиям администрации учреждения, предложенный формат проведения мероприятия пришелся по душе всем – и исполнителям, и зрителям. К слову, импровизированной зрительской ложей для вторых стали их собственные балконы и окна. Вот так в атмосфере радушия впервые за всю историю дома-интерната прошел бесконтактный концерт. В центре «Шапогат» на сегодняшний день проживают чуть более 270 человек. Среди них есть и труженики тыла. В их числе и почетный ветеран труда, почетный донор Людмила Лутошкина. Для женщины День Победы – это день памяти павших воинов. А солдатская гречневая каша и кусок черного хлеба – это символ войны и испытаний, что пришлись на долю миллионов советских людей. Знаете, хочется сказать, что каша гречневая спасала именно от голода, от холода всех, кто был на полях сражений, в тылу, и кусочек хлебушка, который всегда был символом «хлеб всему голова». И даже 120 граммов, которые давали в Петербурге, спасали жизнь детям и жителям осажденного Петербурга. Я это видела своими глазами. В нашем доме-интернате проживает 271 человек, из них 42 труженика тыла и одна вдова участника Великой Отечественной войны. Данное мероприятие проводится у нас впервые с таким масштабом, с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. На обед была дана солдатская каша. Все наши получатели услуг остались довольны сегодняшним мероприятием. Гульмира Тимиргалиева, Мади Байбусынов, телеканал ЖТСУ, Текели. Продолжаем выпуск. Транспортные полицейские задержали наркокурьера с крупной партией незаконного товара в Жамбылской области. Поставщиком наркотиков оказался 55-летний житель Шуйского района, который организовал сбыт около 10 килограммов гашиша. Впоследствии у него при личном обыске в дорожной сумке полицейскими было изъято еще около 13 килограммов этого наркотика. Отметим, за 4 месяца текущего года транспортными полицейскими страны выявлено более 160 наркоправонарушений. Из незаконного оборота изъято более 19 килограммов наркотиков. Власти Казахстана объявили о стабилизации ситуации в зоне бедствия на юге страны, где из-за наводнения были эвакуированы более 31 тысячи человек. Как сообщает региональное издание, администрация Туркестанской области планирует рыть каналы и рвы, чтобы ускорить вывод воды. При этом отмечается, что сохраняется угроза потопления новых населенных пунктов. Причиной наводнения в Туркестанской области стал прорыв дамбы Сардабинского водохранилища в соседнем Узбекистане после сильных дождей, сопровождавшихся порывами штормового ветра. В пострадавшем районе объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера. Непростая ситуация сложилась с поставками льготных горюче-смазочных материалов в Павлодарской области. Акимат региона обратился в департамент по экономическим расследованиям для принятия мер в отношении оператора, допустившего срывы договорных обязательств по обеспечению крестьян недорогой соляркой в период посевной. В самой фирме считают, что ее незаконно исключили из списка поставщиков удешевленного топлива. Аграрии Прииртышья уже массово вышли на поля и неожиданно стали получать, как они сами это называют, письма счастья, в которых говорится о расторжении договора на поставку льготного ГСМ и возврате денег. Речь идет о солярке, предусмотренной на мае. Всего на весенне-полевые работы в Павлодарской области выделено 19 100 тонн удешевленного ГСМ. Общая площадь посевных – почти 1,5 миллиона гектаров. Карантинная свадьба. Шумно, красиво и очень быстро. Невеста в нежном кремовом платье. Жених в костюме цвета бургундского вина. Оба в защитных масках. Впрочем, маски они надели потом, уже будучи мужем и женой. Джанин и Филипп вступили в законный брак в Дюссельдорфе на сцене кинотеатра под открытым небом. Регистрацию провел мэр, отделившись от брачующихся пластиковой перегородкой. Пару шумно приветствовали десятки гостей. Друзья и родственники, находившиеся в своих автомобилях, бойко нажимали на клаксоны в ключевые моменты церемонии. Последняя прошла очень красиво и очень быстро. Германия сейчас ослабляет ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.
Но социальное дистанцирование никто не отменял. В России число заразившихся за последние сутки превысило 10 тысяч и сейчас составляет более 155 тысяч человек во всех регионах. В борьбе с пандемией привлекают студентов-медиков. Власти утверждают, что непосредственно с инфицированием будут работать те, кто на это согласится. А те, кто не желает идти в ковидное отделение, могут отказаться. Но в любом случае больничная практика остается обязательной. Власти тем временем говорят, что пик эпидемии COVID-19 ни в столице России, ни в регионах пока не пройден. Футбольное руководство Англии рассматривает возможность сокращения времени матчей в случае, если власти страны разрешат завершить прерванный сезон английской премьер-лиги. Клубы не теряют надежды в ближайшее время узнать дату возобновления чемпионата Англии. По предварительным данным, речь может идти о середине июня. В этом случае игроки должны возобновить полноценные тренировки в ближайшее время с соблюдением всех требований санитарной безопасности. Помимо предложения о сокращении времени матчей, футбольное руководство обсуждает организацию большего числа замен, обеспечение игры на нейтральных площадках и массовое тестирование игроков. Казахстанцам разрешили спортивные занятия и тренировки на улице. Это решение было принято на заседании Государственной комиссии по обеспечению режима ЧП при президенте Казахстана. Соответствующее постановление вышло и в Алматинской области. Теперь в регионе разрешены некоторые спортивные мероприятия. Также можно поддержать физическую форму, обязательные условия на открытом воздухе. И если в период строгих карантинных мер спортивные уличные снаряды стали недоступны для жителей региона, то теперь все вновь открыто. Однако следует придерживаться санитарных норм и правил. Теперь каждый талдыкурганец может заниматься спортом, заниматься физическими упражнениями на этих спортивных площадках без участия зрителей. То есть эти объекты ранее были закрыты, недоступны. То есть в рамках второго этапа данные объекты, данные мероприятия уже разрешены. Такова информационная картина дня. Спасибо за внимание. До свидания.